Между тем, борт вооруженных сил Украины вывез этой ночью 18 украинских военных, которые проходили лечение в Ростовской области. Самолет вылетел из аэропорта Ростова-на-Дону. В него погрузили военнослужащих, которых врачи разрешили перевести. Они проходили лечение в больницах Зверева, Гукова и Таганрога. Вместе с ними также отправили тело одного скончавшегося военного. Между тем, в больницах Ростовской области остаются еще четверо раненых военных, которые находятся в тяжелом состоянии. Предполагается, что их могут перевести на Украину уже завтра.